только Христос есть истина, путь и жизнь. Библия не дает человеку жизнь. Всемогущий Бог Христос последних дней, только Он дает путь жизни человеку. Без Библии вера ересь. Весь труд Божий запечатлен в Библии. И наша вера в согласии с Библией. Явление всемогущего Бога потрясло народы и религии. Действительно ли это сам Бог, Творец и Владыка всего сущего? Правда ли это Господь Иисус, распятый народом Израиля 2000 лет тому назад? Наша программа предоставит вам неопровержимые факты. На основе этих непреложных и неопровержимых свидетельств человечество получит ответ. Программа «Неоспоримые доказательства» прольет свет на Божью работу и судьбу человечества. Глядя на вас, я вспоминаю себя 20 лет назад. Тогда я, как и вы сейчас, начала читать Библию и методично изучать ее. Путь служения Господу, благодать, которую дал нам Бог, великая благодать Господа. Хвала Господу. Аминь. А теперь давайте подытожим. Что главное в нашем уроке по катехизису? Библия – наше единственное руководство по вере и образу жизни. Правильно. Это самое главное в сегодняшнем занятии. Каждый верующий в Бога должен помнить. Текст Библии – личное свидетельство Бога. Священное Писание – это истина и полное Слово Бога. В нем каждое слово – вдохновлено всесильным Богом и поэтому непогрешимо. Хвала Господу! Аминь! Аминь! Священная Библия несколько тысяч лет занимает главное место в сердцах христиан, что не смогла сделать никакая другая книга. В тексте Библии сокрыты бесконечные тайны. Многие поколения исследователей пытались, но так и не смогли раскрыть их до конца. Фэн Цзяхуэй с детства верила в Господа. В 18 лет, исполненной энтузиазма, она поступила в семинарию. В
30 с лишним лет она стала проповедником в домашней церкви в китайской провинции Шаньси. Много лет Фэн Цзяхуэй внимательно изучала Священное Писание. Для нее Библия – это книга, данная свыше, в которой заключена абсолютная святая власть. Уже поздно. Ложись спать. А кроме тебя проповедовать некому? Да. Те проповедники, которых церковь к нам приглашает, в последнее время говорят одно и то же. Братья и сестры не получают подпитки для веры. Я не знаю, кого пригласил брат Юань. Брат Юань сказал, у этого человека свежее понимание Библии. Ну? Завтра и послушаешь. Тогда ладно. Не переживай ты так. Ложись-ка спать. Братья и сестры, прочитаем два стиха из Священного Писания. В книге Амоса Бог говорит... «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне». Амоса 8.11. «Вот наступают дни, — говорит Господь Иегова, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышанья слов Иеговы». Братья и сестры, из этих двух стихов мы видим, что у запустения церквей была причина. В конце периода закона опустевший храм стал вертепом разбойников, менял и разного рода торгашей. Это произошло, потому что Господь Иисус совершал новую работу вне храма. Сегодня современные церкви опустели по той же причине. Работа Святого Духа переместилась. Бог свершил новую работу. Постойте! Бог свершил новую работу? Я так и знала. Это проповедь восточной молнии. Что? Восточная молния? Восточная молния? Брат Юань, этот человек верит в восточную молнию. Ты этого не знал, да? Так это восточная молния. Невероятно. Как? Не знаю. Это невероятно. Невероятно, да. Я тоже удивлен. Восточная молния, она же сказала так. Сестра Фэйн, восточная молния, которой мы прежде остерегались, и есть возвращение Господа Иисуса. И я, пригласив брата Шэня, хотел, чтобы мы вместе поговорили о новой работе Бога. Новой работе? Ха! Вся работа и слово Бога в Библии! Наша вера основывается на Библии. Аминь. Аминь. Все, что противоречит Библии, является ересью. Аминь. Аминь. Труды Господа описаны в Библии. Что это за такая новая работа? Вы еретики! Как вы смеете такое проповедовать? Да. Действительно. Братья и сестры, ересь это или нет, прежде чем делать выводы, дадим ему закончить. Да. Давайте послушаем. Вы все утверждаете, все, чего нет в Библии, это ересь. Давайте поговорим об этом. Братья и сестры, все мы знаем, что до работы Господа Иисуса был только Ветхий Завет. Новый Завет формировался на протяжении 300 лет после Христа. Но Господь наш Иисус свою работу совершал не по Ветхому Завету. То была работа искупления, периода благодати, не описанная в Ветхом Завете. Например, проповеди о покаянии и его смерть, в конце концов, на кресте. В Ветхом Завете об этом вы не найдете ни строчки. Вот поэтому утверждать, что все, чего нет в Библии, это ересь, некорректно. Ну и что это доказывает? Да. Что доказывает? Действительно. Да. Что? Братья и сестры, вы не забывайте.
труд Господа Иисуса современники считали ересью. Да. Мы оказались свидетелями новой работы Бога. Нам надо ее изучить. Верно. А не рубить с плеча. Да, мне кажется, он правильно говорит. Я тоже так думаю. Да. Верно говорит, я с ним согласен. Они правы. Братья и сестры, в Писании сказано, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да, верно. Братья и сестры, он утверждает, Господь вернулся. Аминь. Да он обманывает нас. Аминь. Не дайте себя ввести в заблуждение. Аминь. Вера человека тысячи лет основывалась на Библии. Другими словами, вера в Бога – это вера в Библию. Вера в Библию – это вера в Бога. Аминь. В Библии ни слова из того, о чем он говорит. Братья и сестры, не верьте его словам. Аминь. Все, хватит. Не стойте за кафедрой. Уходите. Да. Все, убирайтесь. Да, гоните. Так, не уходите. Мы сами пригласили брата Шеня. Братья и сестры, это недостойно. Пожалуйста, успокойтесь. Господь Иисус учит нас не забывать страннолюбие. Да. И любить врагов наших. Да. Поступайте так, как Господь учил нас. Да. Брат Юань, пора тебе быть более проницательным. Да, да. Это точно. А я считаю, что он прав. Нам надо глубже это изучить. Да тебя ввели в заблуждение. Даю тебе последнюю возможность. Покайся перед Господом. Отрекись от восточной молнии. Я не заблуждаюсь. Восточная молния – истинный путь. Второе пришествие Господа Иисуса. Юань Джи Сюань! Ты совершаешь вероотступничество. Нет тебе спасения. Да, да. Именем Господа нашего Иисуса я отлучаю тебя от церкви. Отныне запрещено общаться с ним. Нарушивший запрет будет отлучен от церкви. Аминь. 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 Сестра Фэнь, отлучение мое не важно. Ведь речь идет о возвращении Господа Иисуса. Мы должны в этом разобраться. Ничего не должны, братья и сестры. Восточная молния – это ересь. Аминь. Немедленно уходите! Прогоните! Прогоните! Ну что ж, пойдем отсюда, брат. Все, убирайтесь! Уходите. Вон отсюда! Пошли отсюда вон! Убирайтесь! Пошли вон! Братья и сестры, надеюсь, вы сосредоточитесь на поиске и молитве. Ну, что? Чего? Молитве? Уверен, чего? Бог нас направит. Вон уходите. Отсюда! Все, уходите. Убирайтесь! Вон! Вон отсюда! Катитесь! Братья и сестры, восточная молния ищет себе сторонников. Они отвергли Библию, предали путь Господа. Мы должны твердо помнить, жизнь без Библии попросту невозможна. Аминь. Аминь. Я официально вам заявляю, отныне всем запрещается общаться с людьми из восточной молнии. Аминь. Запрещается слушать проповеди незнакомцев. Аминь. И приводить их в церковь. Тот, кто ослушается, будет изгнан и проклят. Аминь. Появление восточной молнии всколыхнуло весь религиозный мир. Считается, что проповеди восточной молнии противоречат Библии. А все, что вне Библии, ересь. Фэн Цзяхуэй считает, Библия – свидетельство Бога о себе. Только она полностью раскрывает его. Переставший верить в Библию, перестает верить в Бога. Чтобы не допустить ереси, Фэнь Цзяхуэй стала противодействовать восточной молнии, стараясь всеми способами ограждать братьев и сестер от чуждого влияния. А тем временем руководители церкви в провинциях Хэнань и Хэбэй тоже ломали голову над тем, как противостоять восточной молнии. На собрание приходит все меньше людей. Скоро некому будет проповедовать.
Да, сестру Джани, сестру Лю мы уже потеряли. И я думаю, они не вернутся никогда. Как вышло, что ты несколько человек не смогла удержать? Это целиком и полностью моя вина. Я не справилась. Восточная молния увела многих прихожан. Если братья и сестры обратятся к ней, мы тогда останемся совсем без паствы. Да, мы должны отстоять удел, дарованный Господом. Восточную молнию надо остановить. Да, мы этого так не оставим. Вот, взгляните на это. Многие перешли в Восточную молнию. И пожертвований становится все меньше. Надо искать выход. На минуту. Да, согласен. Хорошо, займусь прямо сейчас. А я поеду завтра. Правильно. Ладно. Да. Противодействие с их стороны все более яростно. Настраивают против нас церковь. Угу. Да. Да. Не ожидал от Фэнь такого противления. В оправдание, прежде чем принять Божий труд последних дней, я строго придерживался Библии, как и она. Только после многочисленных бесед с братьями и сестрами мне открылась тайна Библии. И постепенно я вышел за ее рамки. Я приблизился к Богу. Верно. Никто не в силах противиться Божьей воле. Брат мой, только благодаря Божьей благодати мы принимаем Божью работу. И паства непременно услышит голос Бога. Аминь. Всему залог вера. Верно. Только вера. Угу. В церкви нашей немало людей, по-настоящему верящих в Господа и ждущих Его возвращения. И вот Господь воистину вернулся, а их по-прежнему обманывают, им запрещают. Люди бродят во тьме, из которой нет выхода. Сегодня, по сошествии Бога на землю, промысел Его в том, чтобы украсть сокровища и спасти этих людей. Как так украсть сокровища? В Писании сказано, что Господь придет на землю как тать. Да, я помню. Когда говорится «Господь придет как тать», имеется в виду его воплощение в последние дни. Бог обрел плоть, чтобы спасти всех, кто сохранил человечность, кто действительно в него верит. Эти люди и есть сокровища, которые надо внести в Дом Божий и возложить к его престолу. Вот о какой краже мы часто говорим, о краже овец. Господь приходит как тать, чтобы спасти этих людей, вселить в них веру. Эти украденные люди – наше золото, серебро, алмазы. И есть добрые овцы, брат мой. Согласно Писанию, где используют золото, серебро и алмазы? В строительстве Царства Небесного. Верно. В его основании, в его архитектуре. Святой город строится из злата, серебра и драгоценных камней. И об этом мы благовествуем всем людям, верующим в Господа. Но для этого надо быть терпеливыми и заботливыми и активно содействовать Господу. Да, приходит как тать Господь. Приходит, чтобы похитить сокровища. Угу. Так вот в чем секрет. Угу. Слава Богу. Слава Богу. Наконец-то я понял. Брат Шейн. Джен Юн Минь, старейшина церкви. Он добрый. Я пойду к нему. И попытаюсь проповедовать ему. Правильно. Я обязан привести его Богу. Так и надо. Да. Давайте помолимся о них. Давайте. Хорошо. Хорошо. Я рад выслушать вас. Да. Старейшина Ма.
Как там ваши дела? Слава Богу, его милостью идут неплохо. Послушай, я хотел кое-что сказать. За последние несколько дней мы кое-что изменили. Утренних, вечерних молитв, разборов Библии и дней поста стало больше. Начали заочные уроки богословия. Ясно. График на неделю очень плотный. Да, да, да. Но братья и сестры все равно продолжают принимать восточную молнию. Слава Богу! Церковь есть тело Господне. Господь без сомнения позаботится о ней. Угу. Будем больше молиться. Угу. Ой, который уже час? Почему Лю Шоу Цзюнь еще не пришел? Еще рано, ладно. Я думаю, ничего что страшного, намерения, что которые... Сестра Фэнь, брат Лю пришел. Прошу. Здравствуйте, мир вам, братья и сестры во Христе. Здравствуй, брат Лю. Спасибо. Прошу. Да. Ты спешил к нам из Хэнаня? Только нечто срочное могло заставить ехать в такую даль. О, это Джуань передал братьям и сестрам кое-что из Хэнаня. Так, всякая мелочь. Мы все братья во Христе. Все это лишнее. Старейшина Джуань собирался в этот раз приехать сам. Но в церкви в последнее время слишком много работы. Вы же знаете о восточной молнии. Та еще морока. Старейшина надеется, что все церкви наших трех провинций сумеют противостоять восточной молнии сообща. Это цель моего сюда приезда. Другими словами, ты сюда приехал, чтобы объединить нас с Джуань Жэнь Цзюнем и Тао Айжунь? Mm-hmm. Джуань Жэнь Цзюнь? Тао Айжунь? Когда-то их борьба за власть и выгоду причинила много зла сестре Фэнь. Нам было очень тяжело. Да. Джуань Жэнь Цзюнь провоцировал конфликты между нами. Только тем и занимался, что сеял раздор. Он лгал, чтобы очернить сестру Фэнь, изгнал ее из церкви. Такое не прощается. И, честно говоря, я не хочу иметь дело с ним. Да. Ну да. Он об этом очень сожалеет. И признал, что тогда действительно был неправ относительно сестры Фэнь. И поступил с ней несправедливо. И сейчас он прислал меня принести извинения. Он очень надеется, что братья и сестры проявят смирение и терпимость, дабы объединиться. Учитывая стремительное распространение восточной молнии, необходимо единение, чтобы всем вместе противостоять ей. Стоит ли объединяться нам с их церковью? Старейшина Джуань по натуре злой человек. Тогда, посеяв семена раздора, он расколол нашу церковь. Как несправедливо! Но на сегодня наших сил недостаточно для противостояния восточной молнии. Дорогие мои, восточная молния обезлюдила наши церкви. Как перед Господом держать ответ? Единственный шанс противостоять восточной молнии в объединении всех наших сил. Именно это важно понимать. Думаю, надо объединяться, чтобы уберечь паству от ереси. Спасти братьев и сестер. Давайте помолимся об этом. Хвала Господу. Просим тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу, дорогие мои. 3 года мы были разъединены. Да, три года. Три года. Сегодня Господь вновь собрал представителей 3 провинций под одной крышей. Наша церковь – тело Христово. Его воля – чтобы мы были едины.
И мы должны быть едины. Да. Да. Это наше общее собрание не случайно. Я полагаю, что всем вам знакомо расхожее словосочетание «восточная молния». Да, 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 верно. Но нам восточная молния не страшна. Страшно то, что мы не единодушны, что мы не единомышленники. Да, 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 я согласен. Только объединившись, мы сможем организовать им отпор. Братья и сестры, давайте вместе хранить путь Господень и беречь его паству. Аминь. Я верю, что Господь с нами. Он позаботится о нас. Аминь. Аминь. Слава Господу. Мы снова все вместе, и на то воля Его. Объединившись, мы сможем противостоять восточной молнии. Аминь. Слава Господу! А теперь, когда мы объединены, надо подумать, как противостоять экспансии восточной молнии, как защитить братьев и сестер, чтобы было с чем предстать пред Господом, когда Он придет. Аминь. Многие прихожане приняли идеи восточной молнии, потому что читали распространяемые ею книги, слушали проповеди. Поэтому нам необходимо избрать такие меры, чтобы братья и сестры приходили в ужас от слов «восточная молния», чтобы избегали ее, как чумы. Защитить наших прихожан можно, только исключив их контакт с восточной молнией. Все так. Мы давно внушаем братьям и сестрам, нельзя общаться с их проповедниками. Только все без толку. Верно. А у вас есть рекомендации? Да. Да, конечно. Но мы должны действовать заодно. Подготовим людей, которые будут свидетельствовать. Местные друг друга знают. И быстро все поймут. Поэтому свидетельства должны исходить из уст приезжих. К примеру, хэнаньцы работают в провинции Хэбэй. Хэбэйцы посвидетельствуют в Шаньси. Тогда прихожане поверят, что эта восточная молния их обманывает и является преступной. Братья и сестры, при одном упоминании о восточной молнии будут избегать проповедников этой организации. Да. 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 Надо оградить наших братьев и сестер от их влияния. Можно пойти еще дальше. Подготовить свидетелей, которые покажут, что прихожанам там ломают руки и ноги. Или расскажут о пропаже некоторых. Это слава так и есть. Слава Господу. Слава Господу. Идея. Нехорошо клевету распространять. Разве можно? Что скажут люди о нас? Да. В борьбе с восточной молнией хороши любые средства. Мы должны защитить прихожан. Да. А как мы переубедим их, если не напугаем? Да. Мы служим Господу полжизни. Если восточная молния уведет у нас паству, как мы оправдаемся перед Господом? Мы подведем его. Да. Да. Да, не будет оправдания. Заповедь гласит: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Воле Господней это противоречит. Да. Лучше побуждать братьев и сестер изучать Библию и молиться. Только так они утвердятся в вере и не перейдут в восточную молнию. Да. А пока братья и сестры наши пусть бегут в восточную молнию. Одни молитвы не помогут решить проблему. Да, бесполезно. Не помогут. Верно. Братья и сестры, читая слово всемогущего Бога, верят в то, что это глаз Божий. Да. И бесполезно их переубеждать. Верно. Точно. Если не начинать действовать, то, боюсь, в церкви останемся только мы. Да. Старейшина Джуань высказал дельную мысль. Север и юг могли бы направлять друг другу свидетелей. Так мы сможем защититься от восточной молнии. Согласен. Слава Господу. Да. Друзья мои, мы все слуги Господни.
Он доверил нам свою паству. Давайте останемся верными своему долгу. Верно. Но ведь восточная молния слишком сильна. У нас нет другого выбора. Мы должны паству защитить. Но о наших методах не должны узнать верующие. Они еще такие незрелые. Мы же, понимая ответственность, должны во всем поддерживать и помогать друг другу. Думаю, Господь понимает, каково сейчас нам. Выбора нет, да. Да. Сестра моя, кого пришлете от вас свидетелем? Пожалуй, думаю, что Дяо Вэнь и Цю Синь справятся. Завтра они будут у вас. Что ж, слава Господу. Сестра Фэнь, кто будет от вашей церкви? Мы согласны, что надо сопротивляться. Но вот о методе защиты мы должны подумать. Точно. Нет времени на раздумья. Надо подумать. Нет. Сестра Фэнь, нужно действовать решительно. Пока вы размышляете, восточная молния уведет всю нашу паству. Мы не сможем оправдаться перед Господом. Я согласна, что надо дать отпор восточной молнии. Но мне совсем не нравится предложение брата Жуаня. Да, лжесвидетельство не метод. Разве этому учит нас Господь? Лжесвидетельство – серьезный грех. Лжесвидетели будут прокляты. Это надругательство над характером Божьим и заслуживает наказания. Мы не будем творить зло. Да, это серьезное нарушение Божьей заповеди и великий грех. Надо придумать что-то другое. Нет, мы продолжим идти путем Господним и активно изучать Библию. Братья и сестры, восточная молния – это очередная ересь. Верно. И я свидетельствую об этом. Слава Господу. Аминь. Аминь. Мир вам, собратья, во Христе. Аминь. Друзья из провинции Хэбэй и Хэнань поделились своими свидетельствами, которые должны послужить нам серьезным предупреждением. Да, да. Братья и сестры, известно ли вам, что за несколько лет восточная молния собрала более 1 000 000 последователей? Как это возможно? Нельзя. А что это значит? Что ежедневно к ним примыкают примерно по 300 вновь обращенных. Это невероятно. Как же так? Вот это да. Нам объявлено настоящая духовная война. Аминь. Да. Чтобы вы, братья и сестры, не поддавались на провокации восточной молнии, сестра Фэнь напомнит вам, как уберечься, как сохранить путь Господень и распознавать разные ереси. Слава Господу. Сестра Фэнь много лет усердно изучала богословие и Библию. Друзья мои, откройте сердца ваши для познания истины и для молитвы. И пусть устами своего раба Господь откроет нам истину Святой Библии. Аминь. Аминь. Благодарение Господу. Она счастливая изучала богословие. Еще она организовала курсы изучения Библии. Какая молодец. Мир вам, собратья, во Христе. Аминь. Библия есть канон христианства. Все, что написано там, все Писание богодухновенно. Аминь. Каждое слово в нем вдохновил Святой Дух. Аминь. Аминь. Поэтому все слово Божье в Библии. Аминь. Аминь. Вне Библии нет слова Божьего. Да. Да. Отход от Библии – это ересь. Аминь. Аминь. Отойдя от Библии, мы не сможем верить в Бога. Да. И умрем духовно. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Братья и сестры, откройте второе послание к Тимофею, 3:16.
и прочтем вместе. Хорошо. Все Писание у Бога вдохновенно и полезно для научения, для обучения, для исправления, для наставления в праведности. Аминь. Слава Господу! Братья и сестры, Библия – основа нашей веры. Да. 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 Библия – это завершенное и безошибочное Божье Слово. Аминь. Люди из восточной молнии смущают сердца нашей паствы. Они яро отрицают, что все Писание богодухновенно. Утверждают, Господь вернулся. Господь этого не может быть. Как же так? Свершил новые деяния, изрек новые слова. Они пытаются запутать нас. Аминь. Только Библия ведет по пути Господа. Аминь. Не поддавайтесь искушению. Аминь. Аминь. Хочу напомнить, отступление от Библии, как от руководства по вопросам веры, есть предательство по отношению к Господу. Да. Да. Но мы не собьемся с пути, указанным нам в Библии Господом. Аминь. Аминь. Библия – это единственный путь познания Бога. Да. Да. Согласно вере нашей, мы войдем в Царство Небесное, только придерживаясь учения Библии. Аминь. Иначе закрыт нам будет путь. Да. 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 Сейчас объявились отступники, стремящиеся запутать простых людей, но они нас не обманут. Аминь. Брат, восточная молния никого не обманывает. После чтения слов всемогущего Бога я убедился. Он второе пришествие Господа Иисуса. Господь Иисус сказал: «Ибо как молния исходит от востока и видна до запада, это указывает на труд и Слово Божье в последние дни». Брат, мы с детства верим и ждем Его возвращения. Сейчас Он вернулся. Нельзя отмахиваться от такого важного события. В Писании сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Постарайся понять эти слова. Ты уже не первый раз говоришь мне об этом. Я постоянно молился. Новое пришествие – важное событие. Да. Хочешь, я завтра приглашу брата Шеня, и мы глубже исследуем вопрос? Тогда я приглашу Тянь Вэня и Ян Ченя. Вот и хорошо. Цзяхуэй, ты только вернулась. Отдохни немного. Поесть я приготовлю сам. Лучше я приготовлю. Готова поспорить. Без меня ты ел, что попало. А пару дней без тебя, и ничего, живой. Ладно. Как там учится наша дочь? Звонила в мое отсутствие? Звонила. Ну и? С учебой у нее не важно. Ты сама бы почаще звонила ей. Слава Господу. Пойдем поедим. Mm-hmm. Принеси тарелки. Да. Кто там? Это я. Здравствуйте, сестра. Здравствуй, сестра Фэйн. Наконец ты приехала. В церкви такие события. Не торопись, успокойся. Старейшина Джень и другие перешли в... За последние несколько дней я стал больше понимать, чем за десятилетия веры в Господа. Да. В этих словах чувствуется сила. Это слова самого Бога. Да. Его слова берут за душу. Да. Это истина. Слава Богу. И теперь я чувствую себя просветленным. И я. Прочтем еще один отрывок. Да, с радостью. С удовольствием. Кто там? Иду. Сестра Фэйн, прошу.
Проходите. Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу. Мы очень рады. Сестра Фэнь, с приездом. Рад видеть. Видимо, я недооценила людей из Восточной Молнии. Какая же это наглость! В нашей церкви проповедовать свое Евангелие, пока меня нет. Они вас вводят в заблуждение, братья и сестры. В Писании ясно сказано. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Сбить с пути Господнего, лишить их спасения. В этом ваш тайный замысел. Они хотят увести нашу паству. Сестра Фэнь, нельзя их отпустить просто так. Джейн Юньминь, ты старейшина. И ты же привел их в нашу церковь. Как же ты мог? Я так доверяла тебе. А ты нас... Ты раскалываешь нашу церковь, предаешь Господа. Проповедь нужна? Слушайте меня. Кто лучше понимает Библию, я или они? И вы посмели привести Восточную Молнию проповедовать к нам в дом? Позор вам! Как у вас хватило наглости привести их к нам сюда? Ты привел их к нам, чтобы они украли овец. Разве это не предательство? Сестра Фэнь, не сердись. Слушая их, я стала понимать. Восточная Молния не ересь, да, а второе пришествие Господа Иисуса. Я думаю, надо во всем разобраться. Да, сестра Фэнь. Да, сестра Фэнь. Новое пришествие – важное событие. Нам необходимо это изучать. Верно. Сестра Фэнь, ты Библию лучше нас знаешь. Но то, что мы слышали от них… Да. Да. Действительно, истинный путь. Надо его изучать. Да, сестра, да, сестра Фэнь. Дзяхуэй, на минутку. Кроме брата Шэнь и его спутника, там прихожане, за которых ты несешь ответственность. Не об этом ли говорил Янчэнь? Ты лидер нашей церкви. Нельзя позорить имя Господа. За нами истина. Бояться споров не надо. Я изучала богословие и Библию много лет. И как они смеют спорить со мной? Что они знают? Хочешь узнать, послушай их. Ты же отвечаешь за жизнь братьев и сестер церкви. Присаживайся, да? Присаживайся, сестра. Прошу. Присаживайтесь. Садитесь все поудобнее. Давайте все и обсудим. Садитесь. Все, вот так. Чаю? Погрешу. Хорошо. Я преподам этим отступникам хороший урок. И разобью доводы Восточной Молнии в пух и прах. Слава Господу! Позвольте мне сказать несколько слов. Братья и сестры, когда-то в нашей церкви жизнь била ключом, но теперь она стала холодной и пустой. Я много думал, почему так произошло. Мы не сидели, сложа руки, пытались возродить церковь, но этого не случилось. Брат Шэнь утверждает, что церкви опустели, ведь работа Святого Духа переместилась. Бог совершил новый труд. Верно. И теперь мы все вместе разберемся в этом. Сперва мы не хотели обсуждать без вас. Ведь вы с сестрой Тань отправились в Хэнань. Но Господь Всемилостив устроил так, что вы с нами, и мы можем послушать вместе. Да, сестра Фэнь. Сестра Фэнь, ты служишь Господу. Изучаешь богословие и всегда верна церкви. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты хочешь защитить свою паству. Но сегодня Господь наш Иисус, которого мы ждали, вернулся и совершает новый труд, изрекает новые слова. Новые слова? Вы читали раньше Библию? Изучали богословие? Друзья мои, я изучаю Библию больше 20 лет и уверена, что вне Библии Божьего Слова нет. Вся работа Бога только здесь, в Библии. Аминь. Аминь.
Все то, что противоречит Библии, является ересью. Ошибочно. Аминь. Аминь. Хм. Сестра Фэнь только что сказала, что вне Библии Божьего слова нет. Все то, что противоречит Библии, ересь. Совершенно верно. Кто этого не знает? Слово и деяния Бога запечатлены в Библии. Братья и сестры, люди, изучавшие Библию, знают, как она формировалась исторически. Из-за разногласий некоторые места исключили из нее. Часть Божьего слова, переданного пророками, не была редакторами внесена в текст Ветхого Завета. Это общепринятый факт. Посему, можно ли утверждать, что за пределами Библии нет Бога? Разве не включенные в текст пророчества не могут быть словом Бога? Да. Даже в Новый Завет записали меньше, чем Господь Иисус изрек. Все слова Бога в Библии. Сестра, в Евангелии от Иоанна сказано: многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Да. Это подтверждает, что не все Господни слова полностью занесены в Новый Завет. Следовательно, утверждать, что вне Библии Слова Божьего нет, значит отрицать факты. В самом деле. Братья и сестры, мы также должны понимать, что и Ветхий, и Новый Заветы были написаны людьми после того, как Бог завершил этап своей работы. Первоначально Библией был только Ветхий Завет. Деяния и Слово Господа Иисуса обширнее текста Завета. Значит, утверждая, что все выходящее за рамки Библии ересь, разве мы не осуждаем слова и работу Господа Иисуса? Да. Абсолютно верно. Братья и сестры, эти факты говорят сами за себя. И утверждение, что вне Библии нет деяний и Слова Божьего, является ошибочным. Хорошо сказано. Мы раньше как-то об этом не задумывались. Да, верно. И не размышляли таким образом. Как сразу стало все понятно. Братья и сестры, давайте посмотрим, что сказано в Слове Всемогущего Бога. Прочтем его слова. Откройте страницу 950. Брат Го, прочитай для всех. Да. Всемогущий Бог говорит: во времена Иисуса Иисус вел за собой евреев и всех тех, кто последовал за ним, в соответствии с работой, совершаемой в нем в то время Святым Духом. Он не брал Библию за основу того, что делал, но говорил согласно своим трудам. Он не обращал внимания на то, что сказано в Библии, и не искал в Библии пути, по которому повести своих последователей. Когда Иисус начал совершать свой труд, Он распространял путь покаяния, слово, о котором не было абсолютно никакого упоминания в пророчествах Ветхого Завета. Мало того, что Он не действовал по Библии, но Он также повел новым путем и совершив новые деяния. Он никогда не ссылался на Библию в своих проповедях. В период закона никто не был способен совершать его чудеса, исцеления больных и изгнания бесов. Его труды, его учения, его власть. Никто не совершил ничего подобного в период закона. Иисус просто выполнил свою новую работу. И хотя многие люди осудили его, используя при этом Библию, и даже использовали Ветхий Завет, чтобы распять его, его труд превзошел
Ветхий Завет. Иначе почему люди пригвоздили его к кресту? Разве не потому, что в Ветхом Завете ничего не сказано о его учении и его способности исцелять больных и изгонять бесов? Людям казалось, его труды не имели под собой основы, и там было много от того, что шло вразрез с записями Ветхого Завета. Разве это не безрассудство? Нужно ли догмат применять к его деяниям? И должны ли они соответствовать предсказаниям пророков? В конце концов, что больше, Бог или Библия? Конечно, Бог. Да. Почему Божья работа должна соответствовать Библии? Можно ли утверждать, что Бог не имеет права быть выше Писания? Разве не может Бог отходить от Библии и совершать иную работу? Почему Иисус со своими учениками не соблюдал субботу? Если бы ему следовало соблюдать субботу и предписания в заповедях Ветхого Завета, почему Иисус после своего явления не соблюдал субботу, но омывал ноги, покрывал голову, преломлял хлеб и пил вино? Разве все это есть в заповедях Ветхого Завета? Если Иисус почитал Ветхий Завет, почему тогда он порвал с этими догматами? Тебе следует знать, что было сначала, Бог или Библия. Будучи господином субботы, разве мог он не быть также господином Библии? Братья и сестры, мы много лет считали, что все, что вне Библии, ошибочно. Прочитав слово всемогущего Бога, мы понимаем. Божья работа никогда не основывалась на Библии. Бог не ищет в ней путь, по которому вести последователей. Вместо этого Он дарует людям новый путь. Братья и сестры, Бог властелин сущего, то есть не только господин субботы, но и господин Библии. Да. Да. Верно. Бог сам определяет свои действия, исходя из потребностей человечества. Следовательно, утверждение «вне Библии нет деяний и Слова Божьего» – все, что вне Библии ересь, не выдерживает критики. Да, так я согласна, конечно. Братья и сестры, другими словами, мы понимаем, что в Библии запечатлены прошлые этапы работы Бога. Ветхий Завет – это повествование о работе Бога и Иеговы в Израиле в период закона, то есть так называемый труд Бога в период закона. Новый Завет же – работа Господа Иисуса уже в период благодати, то есть труд Бога в период благодати. О нем мы тоже часто говорим. Не все деяния Бога в период закона основаны на Библии, как и не все его деяния в период благодати. Божья работа не совершалась на основании Библии. Библию можно использовать в качестве мерила работы человека, его проповеди и служения. Но я думаю, что важнее для нас искать просвещение от Святого Духа. Если деяния Бога определять и измерять только мерилом Библии, то мы все окажемся в оппозиции Божьей работе. То есть уподобимся фарисеям, противившимся Господу Иисусу. Да, они придерживались Писания и им же мерили деяния Господа Иисуса. А увидев, что слова и деяния Его не соответствуют Ветхому Завету, стали истово осуждать и хулить Его, за что Бог покарал их. Неужели и все мы будем отрицать этот факт? Они правильно говорят. Какое-то просветление наступило. Да. И со мной так. Братья и сестры, нельзя соглашаться с этими рассуждениями. В Библии истина полноценна. Ее достаточно для веры в Бога. Зачем вы смущаете нас? Аминь. Хм.
Братья и сестры, мы доказали, что в Библии записано не все. Ветхий Завет повествует лишь о деяниях Бога и Иеговы. Новый Завет – лишь о деяниях Господа Иисуса. О работе же Бога в последние дни в Библии есть лишь пророчество. Точных подробностей в Писании вы нигде не найдете. В последние дни деяния Бога касаются суда, и об этом в Библии ничего не сказано. Бог – выразитель истины. Более того, Он – владыка Вселенной. Его богатство неисчерпаемо, всегда доступно. Постичь его не способно ни одно творение сущее. Поэтому текст Библии и не может объяснить все Божьи дела полностью. Давайте прочитаем отрывок. Хорошо. Давайте. Страница 984. Всемогущий Бог говорит: «Все, что записано в Библии, носит ограниченный характер и не может представлять весь труд Божий». В четырех Евангелиях содержится меньше 100 глав, включающих ограниченное количество событий. Например, то, как Иисус проклял смоковницу, как Петр трижды отрекся от Господа, явление Иисуса ученикам после своего распятия и воскресения, учение о посте, учение о молитве, учение о разводе, рождение Иисуса, родословие Иисуса – избрание Иисусом учеников и так далее. Там записано совсем немногое. Однако человек воспринимает это как сокровище и сверяет с ними сегодняшние труды. Люди даже верят, что Иисус совершил это в течение всего времени после своего рождения. Представляется, будто они верят, что Бог может сделать лишь столько. Но не смешно ли это? Все, остановитесь! Ваши утверждения ложны! Братья и сестры, Ветхие и Новые Заветы – книги завершенные. А они осмеливаются говорить, что в Библии записаны не все слова Бога. Это принижение Библии. Принижение Библии – это унижение Бога. Аминь. То, что говорит сестра, правильно. 2000 лет верующие читают Библию. А вы утверждаете, что в Библии отражены не все деяния Господа. Хм. Как не стыдно лгать. Нет, вам не удастся нас обмануть. Братья и сестры, у нас в мыслях нет этим принизить Библию. Просто мы хотим всем открыть глаза. Я утверждаю, приравнивать Библию к Богу кощунственно. Кто всех нас спасает? Библия или Бог? Кто изрекает истины? Библия или Христос? Это очень важный вопрос. И да, что теперь конечно делать? Дальше послушаем. Евангелие от Иоанна гласит, Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Аминь. Слава Господу! Теперь я понимаю, только Христос, не Библия, может спасти человека. Да, правильно. Да, Христос спасает. Разве этого нет в Библии? А если бы не было? Как бы вы узнали? Господь Иисус искупил наши грехи. Только вера на основе Библии дает нам жизнь. Аминь. Сестра Фейн права. Братья и сестры, все мы читали Библию и раньше, но не всегда понимали, где находится истина. Сегодня Слово Всемогущего Бога открыло нам ее. Давайте рассмотрим отрывок из Его Слова. Да, давайте. Хорошо. Страница 960. Всемогущий Бог говорит: «Никто не осведомлен о реальности Библии, что это не более чем летопись, историческая запись Божьего труда и деяний и свидетельство о двух предыдущих этапах Божьей работы. И она не может дать понимания целей Божьего труда». Каждый, кто читал Библию, должен знать, что в ней задокументированы этапы Божьей работы, период закона и период благодати. В Ветхом Завете хронологическое изложение происходящих в Израиле событий, а также описан труд и Иеговы с момента сотворения мира и до конца периода закона.
В Новом Завете записана проводимая Иисусом работа на земле, что и находится в четырех Евангелиях, а также работа Павла. Разве они не являются историческими записями? Обсуждение событий прошлого сегодня делает их историей. И независимо от того, истинны ли они, реальны ли, они история. А история не обращается к настоящему, ибо Бог не оглядывается на историю прошлого. Следовательно, если понимать только Библию и не знать о работе, которую Бог намеревается выполнить в наши дни, верить в Бога, но не искать работу Святого Духа, значит не понимать, что значит искать Бога. И если читать Библию, чтобы изучать историю Израиля, познавать Господнее сотворение небес и земли, значит не верить в Бога. Но сегодня, так как ты веришь в Бога и стремишься к жизни, так как ты ищешь знаний о Боге и не озабочен мертвыми буквами и доктринами или пониманием истории, ты должен искать Божью волю, являемую в наши дни, и должен смотреть, в каком направлении ведется работа Святого Духа. Если бы ты был археологом, то мог бы читать Библию, но ты им не являешься, ты принадлежишь к числу тех, кто верит в Бога, и тебе бы лучше сегодня начать искать Божью волю. Сколько в этих словах силы. Да. Слушай их, просветляешься. Да. Да, да, да. Да. Братья и сестры, из слов всемогущего Бога мы узнаем. Библия – историческое свидетельство прошлой работы Бога. Она не спасает человека. Библию вообще нельзя приравнивать к Богу. Бог – это источник живой воды. Его слова и изречения не перестают течь. А библейские повествования очень ограничены. Факт, который невозможно отрицать. Господь всегда нов и не бывает прежним. В каждом периоде новые деяния и новые слова. В период благодати Господь Иисус совершил новую работу, изрек новые слова. В то время иудейские священники и фарисеи придерживались Ветхого Завета. Они осудили Господа Иисуса. Распяли Его на кресте, тем самым совершив чудовищный грех. Всемогущий Бог Христос последних дней возвестил нам все истины, призванные спасти наши души. В Библии их не найти. Поэтому Библия не может быть источником сведений о Божьей работе последних дней. Отсюда вывод. Нельзя придерживаться лишь Библии. Мы должны искать нынешнюю волю Бога и работу Святого Духа. Ибо они истинны. Истинные слова. Хорошо сказано. Конечно, да. Я согласна, да. Верно. Позвольте прочесть вам слова, которые изрек Господь. Хорошо. Страница 950. Хорошо. Всемогущий Бог говорит, если бы ты ел и пил Ветхий Завет в период благодати, если бы ты в период благодати воплощал в жизнь требования Ветхого Завета, тогда Иисус отверг бы тебя, тогда Иисус осудил бы тебя. Если бы ты применил истины Ветхого Завета к работе Иисуса, ты бы стал фарисеем. Если сегодня ты совместишь Ветхие и Новые Заветы, чтобы есть их и пить их, практиковать их, тогда Бог, который действует в наши дни, осудит тебя, и ты отстанешь от работы, совершаемой сегодня Святым Духом. Если ты ешь Ветхий Завет и ешь Новый Завет, тогда ты вне потока Святого Духа. Всемогущий Господь говорит, что если бы мы придерживались Ветхого Завета в период благодати, то Господь Иисус не признал бы нас, и мы бы не обрели Божью благодать и искупление человека Богом. Мы бы не насладились покоем и радостью после того, как Он искупил наши грехи.
Сегодня всемогущий Бог пришел. Если по-прежнему придерживаться Нового и Ветхого Заветов, то Он нас не признает. Более того, мы не обретем спасения последних дней. Это преступно. Отступать от Библии, сходить с пути Господнего, Божья работа, не взялась ниоткуда. Она основана на Библии. А значит, Библия – краеугольный камень нашей веры в Бога. Нельзя верить этим отступникам. Иначе не будет нам спасения. Аминь. То, что не основано на Библии – ложь. От начала и до конца. Старейшина Джейн, всем сердцем призываю вас образумиться. Сестра Фейн, но это святая истина. Ты больше не член нашей церкви. С отступниками мы не общаемся. Уходим, сестра Фейн. Постой. Постой. Сестра Фейн, не уходи. Не уходи. Не уходи. Сестра Таня, успокойся. А если это действительно истинный путь? Пренебрегая им, мы упускаем возможность встретиться с вернувшимся Господом. Да, сестра Фэнь, ты же не уйдешь вот так. Ты наш духовный учитель, хорошо знаешь Библию. Будет всем полезно с ними подискутировать. Думаю, она права. Если уйдем, кто их будет защищать? Сестра Мы Фэнь, подумаем. Прошу, не уходи, не покидай нас. Оставайся. Верно. Нельзя уходить. Но как же так? 20 лет изучения Библии не помогают найти необходимые аргументы. Нет, я должна доказать этим отступникам, что я права. Ну, пойдем же. Ну, хорошо, ладно. Послушаем, есть ли у них еще доказательства. Вернемся. Спасибо вам. Слава Господу! Рада, что ты вернулась. Садитесь, пожалуйста. Я вовсе не против изучения Библии. Но если вы будете отрицать Писание, нам будет не о чем говорить. Я никогда ни за что не соглашусь. Ни с какими фактами, противоречащими Библии. Аминь. Сестра Фэнь, мы понимаем, чего ты боишься. Что твоя паства собьется с истинного пути. Если тебе что-то непонятно из того, что мы тебе рассказали, можно обсудить эти факты. В Писании сказано, не вливают вина молодого в мехи ветхие. Так и Господь, его новые деяния, человек не воспринимает. Многие верующие по-разному трактуют текст Библии. Отсюда возникают разногласия. Это нормально. Братья и сестры, мы считаем, что у каждого этапа Божьей работы должно быть библейское основание. Давайте обратимся к прошлому. Была ли Библия основой Божьей работы в период закона? Скорее всего, нет. Да. Библия тогда еще не существовала. Верно. Верно, точно. Да. Точно. Правильно. Библии в то время еще не было. Значит, сотворение мира, всемирный потоп, сожжение Содома, деяния Господа Иисуса – все они вершились без Библии. А из этого следует определенный вывод. Божья работа не ограничивалась Библией. Действительно, да, верно, это так. Да. Вершились ли деяния Богом Иеговой, Господом Иисусом, или же всемогущим Богом в наши дни? Они ни в какой период никогда не основывались на Библии. Они скорее исходили из нужд человечества, погрязшего в пороках, и основывались на Божьем плане управления. Думаю, этот факт невозможно оспорить. Все, хватит! Я с тобой не согласна. Сам Господь Иисус сказал, что Библия свидетельствует о нем. Поэтому вера в Господа должна основываться на Библии. Она – наш единственный путь к познанию Господа. Аминь. Да, иначе и быть не может. Как же! Без Библии познать Господа. Братья и сестры, давайте попытаемся понять, может ли человек познать Господа, полагаясь на Библию? Ответ на вопрос есть в самом слове всемогущего Бога. Откройте страницу 1274. Угу. Сейчас.
Брат Го, вслух прочитай. Да. Всемогущий Бог говорит: все евреи того времени читали Ветхий Завет и знали пророчество Исаии о том, что младенец мужского пола родится в яслях. Почему же тогда, обладая этим знанием, они все равно преследовали Иисуса? Разве причина кроется не в их мятежном характере, не в их нежелании видеть труды Святого Духа? В то время фарисеи считали, что труд Иисуса не соответствовал, по их сведениям, предсказанию о младенце мужского пола. Современный человек отвергает Бога, потому что работа воплощенного Бога не согласуется с Библией. Разве суть их бунтарства против Бога не является точно такой же? Тебе необходимо, причем без необходимости обоснования Библии, принимать любой труд Святого Духа. Ибо ты веришь в Бога, чтобы следовать за Ним, а не для того, чтобы исследовать Его. Не ищи доказательства в отношении меня, показывающие, что я твой Бог. Скорее следует определить, приношу ли я тебе пользу. В этом суть. Даже если ты обнаружил много неоспоримых доказательств Библии, это не может тебя привести ко мне полностью. Ты тот, кто живет в границах, очерченных Библией, а не предо мною. Библия не сможет помочь тебе познать меня так же, как не может углубить твою любовь ко мне. Хотя Библия и предсказала рождение младенца мужского пола, никто не знал, как сбудется пророчество, поскольку человек не знал труд Божий. Это заставило фарисеев противодействовать Иисусу. В период закона люди очень строго придерживались Писания, не искали новую работу Бога. В итоге они распяли Господа Иисуса. Этот непреложный факт показывает, что познать Бога или Божью работу только на основании Библии нельзя. Да, верно, точно. А знаете, мы это место не раз читали, но так и не поняли. Да. Слава Господу. Братья и сестры, общеизвестный факт, что люди, последовавшие за Господом Иисусом, стремились познать Его по деяниям и Слову Господа Иисуса, а также по наставлению и просвещению Святого Духа. Ни один из них не познал Бога по Библии. И это факт. Братья и сестры, так же и нам нельзя одной лишь Библией постигать всемогущего Бога. Писание – литературный источник. Очень важно познать, в исследуемом материале есть ли истина, действует ли там Святой Дух. Так, и только так можно принять верное решение. Братья и сестры, давайте прочтем не очень большой отрывок из Слова Всемогущего Бога. Хорошо. Страница 945. Каждый хочет отыскать в Библии пророчество о работе последних дней. Они хотят узнать, какую работу Бог совершает в последние дни и какие знамения имеют отношение к последним дням. Таким образом, их поклонение Библии становится все более ревностным. И чем ближе последние дни, тем больше они доверяют пророчествам, касающимся последних дней. При всей этой слепой вере в Библию и таком уповании на нее, они не стремятся найти работу Святого Духа. В своих представлениях они полагают, что только Библия может явить труд Святого Духа. Только в Библии они могут отыскать Божьи следы.
только в Библии скрыты тайны Божьего труда. Только Библия, а не другие книги или люди, может прояснить все, что касается Бога, и пролить свет на полноту Его работы. Библия может явить нам на земле работу небес. И что Библия может как начать, так и завершить тот или иной период. С такими убеждениями люди не имеют желания искать работу Святого Духа. Поэтому, сколько бы пользы ни принесла Библия людям в прошлом, она стала препятствием на пути к совершению Божьей заключительной работы. Без Библии люди получают возможность искать следы Бога в другом месте. Однако, сегодня его следы заключены в рамках Библии, и распространение его заключительной работы стало вдвойне тяжелей, изнурительной задачей. Виной тому известные главы и изречения из Библии, а также разных ее пророчеств. Еще маленький отрывок, страница 9. Всемогущий Бог говорит: «Поскольку мы ищем Божьи следы, мы должны искать Его волю, Его слова и Его изречения. Ибо там, где новые Божьи слова, там звучит Божий голос. И там, где следы Божьи, присутствуют Его дела. Там, где происходит проявление Бога, происходит Его явление. А там, где явление Бога, там обитают истина, путь и жизнь». Аминь. Братья и сестры, всемогущий Бог посредством Слова Своего ясно говорит: нельзя слепо следовать Библии, но должно поспевать за работой Святого Духа и искать Божьи следы в Его новой работе и словах. Чтобы определить, Божья ли это работа и истинный ли путь, нужно выяснить, присутствует ли там работа Святого Духа, звучит ли истина, и служит ли она людям источником жизни. Если провозглашается «там истина», то тогда, несомненно, Божья работа. Это подтверждение Святого Духа. Понятно. Чтобы постичь Божью работу последних дней, необходимо изучать и серьезно размышлять над изречениями Бога, чтобы убедиться, что они действительно сказаны Богом и что они действительно указывают людям путь в новый век. Есть ли в них истина? Станут ли они источником жизни? Смогут ли они изменить характер людей и совершить очищение? Только это мерило в определении истинного пути. Братья и сестры, давайте ознакомимся с Божьими изречениями нового времени. Братья и сестры, вы слышали, что он сказал? Книга в его руках – новое Божье слово. Это не так. В Откровении ясно сказано: «Свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Они дополняют Библию. Это святотатство. Господь непременно подвергнет их бедам, о которых написано в Библии. Аминь. Сестра Фэнь знает Библию наизусть. Верно. Сестра Фэнь процитировала из Писания: «Не прибавляй к тому и не убавляй от того». Вы считаете, что мы прибавляем к Библии? Что ж, давайте попробуем разобраться в этом. Да. Братья и сестры, Иоанн Богослов сказал так: «Если кто приложит что к ним», но он не сказал: «Если кто приложит что к Библии». И когда Иоанн Богослов произносил эти слова, Нового Завета еще не было. Новый Завет появился около 300 года нашей эры.
А откровение Иоанна Богослова примерно в 90-м. В нем запечатлены видения Иоанна, полученные на острове Патмос. Следовательно, Иоанн, говоря в книге сей, имеет в виду текст пророчеств, известных как откровение Иоанна Богослова, а не всю Библию. Да. Слова, не прибавляя к тому, не означают, что в будущем не будет новых деяний и слов Божьих. Сестра Фэнь, то, что я сказал, соответствует ли известным фактам? Да, он прав, сестра Фэнь. Раньше мы и вправду неверно понимали этот отрывок. Братья и сестры, Иоанн Богослов узрел лишь видение, но не работу Бога в последние дни. Работа всемогущего Бога, как и его слова, не добавление к пророчествам книги Откровения, но исполнение этих пророчеств. Давайте рассмотрим с вами два отрывка из Библии. Давайте. Давайте. Я прочитаю первый отрывок из книги Откровения. «Имеющий ухо да слышит, что Дух Святой говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Здесь говорится, что Дух Святой говорит церквам и сокровенная манна. А на самом деле речь идет о словах всемогущего Бога последних дней. Да, верно. Да, согласна. И еще Откровение, глава 5, с 1 по 5 стих. Позвольте прочитать. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть книгу. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Братья и сестры, раньше мы полагали, что сия книга значит Библия. Но в этой части Писания говорится, что никто не мог посмотреть в сию книгу. А значит, сия книга не означает Библию. И еще в Писании: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Значит, содержание этой книги не было записано в Откровении. В этом стихе говорится: «Раскрыть сию книгу и снять семь печатей достоин лишь Христос последних дней». Верно. Верно. Правильно. Да. Правильно. Как понятно растолковали. Да, сестра Фэнь. Раньше мы считали Откровение тайной. Теперь же, читая слово всемогущего Бога, мы стали понимать больше. Да, это правда. О, Господи. Их слова звучат весьма и весьма убедительно. Но нет, сегодня я разобью их доводы в пух и прах. Иначе как я смогу проповедовать перед соработниками? Братья и сестры, Иоанн также не написал, что говорили семь громов, о которых упоминается в Откровении. Очевидно, эти тайны Бог откроет нам, когда придет в последние дни. Но если мы Бога ограничиваем в трудах и в слове, говоря «не прибавляй», как сможем мы сию книгу открыть? Как же тогда исполнятся те пророчества из Откровения? Братья и сестры, всемогущий Бог ныне пришел, раскрывает книгу, снимает семь печатей и раскрывает нам тайны, которые люди веками не могли постичь. Да, верно. Это то, что говорили семь громов. И то, что Святой Дух говорит церквам. Да, верно. Братья и сестры, верно, это да. Истинно. Да, да. Аминь. 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 Братья и сестры, прочитаем еще отрывок из Слова Всемогущего Бога. Давайте. Откройте страницу 5. Всемогущий Бог говорит: когда ты прочтешь эту книгу до конца, когда ты переживешь каждый этап деяний и трудов воплощенного Бога в период царства, ты ощутишь, что надежды многих лет наконец-то претворены в жизнь. Ты ощутишь, что только
Теперь ты по-настоящему лично увидел Бога. И только теперь ты услышал собственное слово Бога, проникся мудростью Божьих трудов и по-настоящему ощутил, насколько Бог реален и всемогущ. Ты почувствуешь, что обрел много такого, чего люди в прошлые времена никогда не видели или не имели. В этот момент ты ясно осознаешь, что значит верить в Бога, что значит быть по сердцу Ему. Конечно, если ты цепляешься за прошлые взгляды и отвергаешь, либо отрицаешь факт второго Бога воплощения, тогда ты останешься с пустыми руками и ничего не обретешь. И в итоге будешь повинен в противлении Богу. Те, кто оказывает послушание истине и подчиняется работе Божьей, придут под имя второго воплощенного Бога Всемогущего. Они смогут принять личное Его водительство и обретут большую и более высокую истину. И примут настоящую человеческую жизнь. Им откроется видение, которого люди прошлого не видели. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди, подобного Сыну Человеческому, облаченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лице его, как солнце сияющее в силе своей. Это видение – выражение Божьего характера во всей его полноте. И подобное выражение его характера – выражение работы Божьей, когда он становится плотью в этот раз. Все да, это конечно. Правда, значит? Да. Слава Господу. В потоках обличений и суда Сын человеческий выражает присущий ему характер посредством речения слов, позволяя всем тем, кто принимает его обличение и суд, увидеть истинное лицо Сына Человеческого. Лицо, которое является правдивым отображением лица Сына Человеческого, виденного Иоанном. Не продолжайте! Ваши утверждения – отступление от Библии, братья и сестры. Они вообще не понимают Библию. Толкуют ее произвольно, превратно понимают. Кому вы поверите? Мне или им? Кто из нас знает Библию? Я или вот они? Еще раз призываю вас всех покаяться перед Господом, не слушать их. У сестры Фэнь теологическое образование. Она знает Библию, как свои 5 пальцев. Много лет она трудится во имя Господа. Мы должны слушать ее и изгнать проповедующих идеи восточной молнии. Сестра Тань, твои слова похожи на культ человека. Господь учил, сердце наше принадлежит лишь Богу. Да, сестра Тань. Сестра Фэнь, пришествие Господа нашего – это крайне важный вопрос. И здесь надо быть очень осмотрительным и разобраться в сути. Слово всемогущего Бога действительно открыло нам все тайны Библии. Всемогущий Бог – второе пришествие Господа Иисуса. Да. Да, Господь возвратился. Постарайтесь это понять. Да, да сестра, сестра Фэнь. Фэнь. Да, постарайся разобраться. Да вы все впали в заблуждение! Позабыли слово Господа! Вы все еще пожалеете! Идемте! Сестра Фэнь. Пожалуйста, Фэнь. Сестра Фэнь. Послушай сестра еще. Фэнь. Вы все отступники! Нет! Дзяхуэй, тебе плохо? Нет, нет.
Не думала, что наши друзья, верящие в Господа, примут восточную молнию. Да, они несут важные служения и пользуются большим авторитетом в церкви. Джен Юньминь – вероотступник. Я лично зайду в церковь, в которой он проповедует. Сестра Хань, срочно собери прихожан. Не дадим разорять восточной молнии нашу паству. Да, сейчас соберу. Пойдемте. Идем. Не думала, что сестра Фэнь может быть такой. И я не ожидала. А ты что скажешь? Что будем делать? Да. Сестра Фэнь оказалась такой непреклонной. Братья и сестры, успокойтесь. Сейчас главное – понять Божью волю. Да, верно. Тогда откройте страницу. Да. 1270. Да, давайте. Брат Джень, прочитай, пожалуйста. Хорошо. С этого места. Понял. Во время Божьего труда спасения все те, кто может быть спасен, будут максимально спасены. Никто из них не будет отсеян, поскольку цель Божьей работы – спасение людей. Во время работы слов множество людей раскроют свою мятежность и противление и обнажат свою непокорность по отношению к воплощенному Богу. Но Он не покарает всех этих людей из-за этого. Все, без исключения, принявшие завоевание словами, будут иметь достаточно возможностей для спасения. Спасение Богом каждого демонстрирует им его крайнюю снисходительность. То есть им показывается его высочайшая терпимость. Если люди сворачивают с ошибочного пути при условии, что покаятся, Бог дарует им возможность обрести его спасение. Когда люди впервые восстают против Бога, Он не предает их смерти. Вместо этого Он спасает их. Если кого-то на самом деле нельзя спасти, в таком случае Бог их отметет. Использование слов для спасения – это цель и смысл заключительного этапа труда. Вот истина Слова Божье. Верно. Аминь. Кроме Бога, кто явил бы по отношению к нам столько милосердия, всепрощения и долготерпения? Только Он мог так искупить наши грехи. Верно. Да. Слово Божье показало нам, что Его намерение в том, чтобы навечно спасти человека. Бог знает, человек развращен сатаной, исполнен противление Богу. Поэтому Он дает нам, людям, множество шансов. И в этом мы видим милосердие Бога к человеку. Так давайте проявим любовь, терпение и приведем к Нему сестру Фэнь и остальных сестер. Согласна. Кажется, я понимаю сестру Фэнь. Цзя Хуэй противится так, как не понимает. Восточная молния – второе пришествие Господа Иисуса. Она думает, что ревностно отстаивает путь Господень. Ну да. Как только она поймет это, то совершенно переменится. Верно. Да. Она всегда трудилась для Господа. И просто не проявила терпения. Надо бы с ней поговорить еще раз. Да. Неплохая мысль. Хорошо. Обязательно. Надо срочно встретиться с ними. Это правильно. Мы должны братьев и сестер привести к Господу. Наше общение убедило меня в истинности этого пути. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Аминь. Благодарение Богу. Аминь. Но все свершится в свое время. Давайте помолимся за них. Мы обязаны привести их к Богу. Да, конечно. Да. Вы все здесь руководители церкви, отвечающие за сотни прихожан. Братья и сестры доверяют нам, и это большая честь для нас. Давайте вместе за всех них помолимся. Да. Да. Подготовим их сердца. Да. Да. Аминь.
Братья и сестры, на радостной ноте разойдемся с миром. Аминь. Да пребудет с нами Господь. Слава Господу. Аминь. 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 Да, конечно. Как все правильно сказать. Каждый день одно и то же. Ну, ничего нового. Да, ты права. Раньше брат Джень всегда что-то новое для души говорил. А сейчас... Пойдем отсюда. Ну да. Где ты? Где ты, Господи? Я же защищаю твой путь и паству. Почему же? Вот так. Фэнзя Хуэй совсем не понимала, что с ней происходит. Ни на что не было сил. За всю свою жизнь она в таком состоянии впервые. Фэнзя Хуэй напряженно вспоминает, что сделала она полезного за последний период. Но противостояние восточной молнии занимает сейчас все ее помыслы. Особенно ее озадачил тот факт, что она, ревностный защитник пути Господня, не смогла дать отпор восточной молнии. И чем больше она думала, тем смятеннее становился ее дух. Захуэй, к тебе пришли старейшина Джейн с братьями и сестрами. Проходите. Сестра Фэнь. Здравствуйте. Мы пришли проведать тебя. Как ты? Тебе уже лучше? Ну как, полегчало уже? Как вас тут идет, сестра Фэнь? Говорят, в последнее время тебе не здоровится. Вот мы тебя и навестили. Да. Как себя чувствуешь? Заодно хотим поговорить по душам. Сестра Фэнь, мы с тобой служим Господу много лет. И думаю, ты хорошо меня знаешь. Что касается веры, я крайне осмотрителен. Да, это хорошо известно. Чай? Спасибо. Угощайтесь. А, спасибо. Старейшина Джейн, прошу. Благодарю. Пожалуйста. Спасибо. Угощайтесь. Много лет мы трудимся в церкви. Все знают тебя. Ты верой и правдой служишь Господу. Последнее время много говорят о Господнем возвращении. Думаю, в этом факте надо разобраться. Да, да, сестра Фэнь. Я поверил, что всемогущий Бог и есть возвратившийся Господь только после изучения Его Слова. Тебе нужно самой в этом убедиться.
на тебе ответственность не только за себя, но также за жизнь братьев и сестер. Церковь давно определила, что восточная молния – ересь. Ты правильно сказал, я отвечаю за наших братьев и сестер. Стыдитесь. Вы приняли восточную молнию и проповедуете ее своим же братьям. Наша церковь из-за вас рушится. Разве? Правильно, по примеру, духовенство называть восточную молнию ересью? Разве духовенство представляет собой Бога? Религиозный мир осуждает труды Бога еще с начала периода благодати. Когда Господь Иисус совершал работу, они осудили Его и распяли на кресте Господа нашего. Они должны были служить, а на самом деле отвергли Господа. И вот это длится уже не одну сотню лет. Дзяхуэй, иерархи своей верой отвергают его. Разве тебе не очевиден этот печальный факт? Да, согласна, сестра Фэнь. Дзяхуэй, вспомни, как без устали мы с тобой проповедовали. И эти проповеди наши всегда зажигали верующих. Благая весть распространялась полным ходом. И все это труды Святого Духа. Человек подобное сделать не может. А сейчас наши проповеди не несут свет. Они не вдохновляют наших братьев и сестер. На них те засыпают. А некоторые вовсе не приходят. Да, да. Мы прилагали огромные усилия. Но без Святого Духа человек бессилен что-либо изменить. Так и в Писании. Если Иегова не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Иегова не охранит города, напрасно бодрствует страж. Дзяхуэй, дело не в том, что в нашей церкви не действует Святой Дух, а в том, что он покинул религиозный мир. Верно. Верно? Да. Да. И это говорит только о том, что Святой Дух стал действовать в другом месте. И это означает, начался новый этап Божьей работы. Да, да, точно. Точно. Нам следует поразмышлять об этом. Да, да. Это необходимо. Раньше наша вера была сильна, а сегодня все по-другому. Взгляни на церковь всемогущего Бога. Как бы кто ни настраивал наших прихожан, против них с каждым днем их становится больше. Я не мог понять, почему же так. И вот тогда я решил поучаствовать в жизни церкви всемогущего Бога. И я вновь, как когда-то, испытал радость от работы Святого Духа. И я снова исполнился твердой верой в Бога. Сестра Фэнь, раньше мы чувствовали работу Святого Духа. А там, где Святой Дух, там и присутствие Бога. Разве мы не ощущали присутствие Бога после работы Святого Духа? Сестра Фэнь, давай будем мудрыми девами. Когда воскликнут «Жених идет», надо выйти ему навстречу. Мы все со всей тщательностью изучили вопрос. Это вовсе не ересь, а новая работа Божья. Ты помнишь, 2 месяца назад меня прихватил какой-то недуг? Ты, сестра Тань, брат Джейн, поддерживали меня, помогали. Но я не ощущал, что выздоравливаю, поскольку был духом слаб. Я, как проповедник, читал Библию и обсуждал ее каждый день, но был не способен разрешить проблемы наших братьев и сестер. Да и сам я жил в порочном круге
греха и покаяния. Но однажды я задумался, а может ли Писание дать ответы на все вопросы? И вот, слава Господу, услышав брата Шени и его товарища, я понял, почему так происходит. Сколько бы мы ни читали Библию, не поспевая за трудами Святого Духа, Божьей воли не понять. И невозможно будет заслужить его похвалы. Просто читая Писание, спастись нельзя. Необходимо поспевать за новой работой Бога. Да, да, сестра Фэнь. Сестра Фэнь, мы все приняли Божью новую работу, но есть еще многое, что трудно объяснить. Мы надеемся, что ты все-таки исследуешь это с братом Шенем. Да. Да. Цехуи. Думаю, они говорят разумные вещи. И, может, в этом стоит разобраться? Братья и сестры, возблагодарим Бога, давшего нам возможность вновь собраться всем вместе. Зная, что у некоторых из нас свое представление о работе всемогущего Бога. Но когда дело касается такого события, как второе пришествие, важно во всем тщательно разобраться. В Евангелии от Матфея сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Нам нужно успокоиться. А сейчас давайте дадим слово брату Шеню. Да, да, конечно. Давайте. Братья и сестры, с детства я вел такую же жизнь, что и вы. Исправно посещал церковь, верил в Иисуса. А услышав о Божьем спасении в последние дни, не отступил от Библии. Я использовал ее как мерку Божьей работы. Я отказывался принять Божью работу последних дней и выступал с осуждающими проповедями. Но после долгого изучения слова всемогущего Бога мне открылся скрытый смысл Библии. Я понял, с какой любовью Бог спасает человека. И что всемогущий Бог – это Господь Иисус во втором пришествии. Братья и сестры, высказывайте свое мнение по этому поводу. И вместе обсудим его. А слово всемогущего Бога разрешит наш спор. Братья и сестры, давайте прямо обратимся к Библии. Я хочу, чтобы вы поняли. Только истина, прописанная в Библии, приведет нас в Царство Божие. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Все Писание Боговдухновенно». Аминь. А значит, написанное в Библии есть Слово Божье. Но есть и такие, кто говорит, что не все в Библии Слово Господа. Эти слова вводят людей в заблуждение. Так и есть. Аминь. Аминь. Хм. Какая дерзость. Они смеют отрицать само Слово Божье. Точно. Но вы же отрицаете Библию. Какая же это вера? Библия, безусловно, Боговдухновенна. Аминь. Братья и сестры, в отрывке, что прочла Фэнь, все Писание Боговдухновенно. Нужно принять во внимание контекст, в котором Павел сказал эти слова. Когда Павел писал церкви Тимофея послание, был только Ветхий Завет. Новый Завет еще не был составлен. Существовали лишь десятки распространяемых и хранимых разными церквями посланий. И значит, получается, что Павел говорил о Ветхом Завете. Для израильтян Библия – это только Ветхий Завет. Новый Завет появился после 300 года от Рождества Христова. Руководители церквей провели собор, на котором они совместно решили. Полагая, что близятся последние дни, все изречения Иисуса, послания апостолов, собрать в одну книгу и разослать по церквям, чтобы она у них была, как и Ветхий Завет. Далее была проделана большая работа по сбору всех посланий апостолов и учеников Иисуса. После тщательного изучения были отобраны 27 книг, что и вошли в Новый Завет. К
который вместе с Ветхим Заветом и составил полную Библию. Такова история возникновения обоих заветов. В Библии два завета. Теперь давайте рассмотрим, как составлялась Библия. Кто ее писал, а кто записывал. Известно, что у Библии десятки авторов. Никто из них не утверждал, что написанное им было богодухновенно. Братья и сестры, если бы Бог сказал, что все Писание Бога вдохновенно, то пророки бы эти слова записали. Но в их книгах нет таких слов. Господь Иисус никогда не изрекал таких слов. И сами апостолы никогда не утверждали, что все, что они написали, было богодухновенным. И тем более не утверждали, что это слова Бога. Много позже верующие в Бога стали считать, что все сказанное Богом записано в Библии. И хотя оба завета написаны людьми, они тоже боговдохновенны. Но давайте задумаемся, согласуется ли это с фактами? Библия богодухновенна. Все, что есть в ней, это Слово Божье. Это в христианстве общепринятый факт. Текст Библии – неоспоримый авторитет. По-вашему, это не так? Братья и сестры, это лишь оценка человека. Мы не можем говорить от имени Бога. Только Он знает истинный смысл Библии. Давайте посмотрим, о чем говорит всемогущий Бог. Хорошо. Да. Откройте страницу 956. Всемогущий Бог говорит, помимо книг пророчества, большая часть Ветхого Завета является историческим документом. Некоторые из посланий Нового Завета написаны на основе человеческого опыта, а некоторые в результате просвещения Святым Духом. Послания Павла, например, возникли вследствие человеческой работы. Все они стали результатом просвещения Святого Духа и были написаны для церквей. Это были слова увещевания и ободрения для братьев и сестер всех церквей. Это не были слова, изреченные Святым Духом. Павел не мог говорить от имени Святого Духа. А также он не был пророком, и он не видел видений. Его послания были написаны для церквей в Эфесе, Филадельфии, Галатии и для других церквей. А сейчас страница 955. Брат Жень, зачитай, пожалуйста. Охотно. Не все записанное в Библии является записью слов, которые произносил лично сам Бог. В Библии отражены два этапа Божьей работы, из которых одна часть является записью предсказаний пророков, а в другой – записанный опыт и знания, написанные людьми, которых использовал Бог на протяжении этих периодов. Человеческий опыт осквернен человеческими мнениями и знаниями, что неизбежно. Во многих книгах Библии представлены человеческие понятия, человеческие предрассудки и абсурдные человеческие толкования. Разумеется, большинство слов есть результат просвещения и озарения Святым Духом, которые являются правильными. Но все же нельзя утверждать, что они абсолютная истина. Их взгляды на определенные вещи являются знанием, обретенным в результате личного опыта либо просвещения Святого Духа. Предсказания пророков были переданы им Богом. Например, пророчества Исаии, Даниила, Ездры, Иеремии и Иезекииля были вдохновлены по прямому указанию самого Святого Духа. Эти люди были провидцами. Они получили дух пророчества. Все они пророки Ветхого Завета. В период закона эти люди, которые получили вдохновение Иеговы, изрекали множество пророчеств.
исходящих от прямого указания Иеговы. Братья и сестры, в слове всемогущего Бога ясно сказано. Библия не запись всех Божьих слов, а документальный источник, повествующий о его работе. И подлинные слова, в ней лишь слова Бога Иеговы и Господа Иисуса, а также слова его пророков, ниспосланные им Богом. Остальное, большей частью, исторические факты. А это значит, утверждение, что все Писание богодухновенно, с точки зрения истории, не соответствует действительности. Не соответствует. Да, не соответствует. А эти люди из «Восточной молнии» не такие, как кажется на первый взгляд. Разбираются в вопросе возникновения Библии преотлично. Дзяхуэй. Главная тема сегодняшнего занятия – второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Хорошо запомни. Библия – это Слово Божье, где каждое слово и предложение богодухновенны. Любое отрицание богодухновенности Писания является ересью. Ты самая способная ученица в группе и должна с большим усердием изучать Библию, если, конечно, хочешь служить Господу. Если будешь придерживаться учения Библии, заслужишь Божью похвалу. Все, что в Библии, есть Слово Божье. И в ней власть Божья. Это признают все христиане. Аминь. Раз Павел сказал, все Писание богодухновенно, то ошибки быть не может. Бог завещал через Павла все Писание богодухновенно. В нем все Слово Божье. Аминь. Да как вы смеете отрицать это? Да, Библия есть Слово Божие. Отрицая Писание, вы отрицаете Господа. Аминь. Правильно. Павел не мог ошибаться. Аминь. Аминь. Сестра Фэнь, ты затронула очень интересный вопрос. Что ж, тогда давайте поговорим вот о чем. Действительно ли эти послания, написанные Павлом и другими апостолами, богодухновенны? Передают ли они Слово Божье? Нам необходимо выяснить, как относиться к посланиям этих апостолов. Прежде чем мы продолжим, прочтем два отрывка из Слова Всемогущего Бога. Да. Страница 956. Всемогущий Бог говорит: «Послания Павла в Новом Завете являются посланиями, которые Павел написал для церквей, а не вдохновениями от Святого Духа. Также они не являются словами Святого Духа. Это всего лишь слова увещевания, которые он написал для церквей в процессе своей работы. Это часть большой работы Павла, совершенной в то время». Слова были написаны для братьев и сестер в Господе и предназначались для того, чтобы побудить в то время братьев и сестер всех церквей последовать его советам и соблюдать все пути Господа Иисуса. Павел не говорил, будь то церквям того времени, либо церквям в будущем, что все должны есть и пить его изречения. Он не утверждал, что все его слова исходили от Бога. В зависимости от обстоятельств, в которых находилась церковь, он просто беседовал с братьями и сестрами, увещевал их и вселял в них веру. Он просто проповедовал, напоминал людям или увещевал их. Его слова основывались на том бремени, которое он нес, и этими словами он поддерживал людей. Все его слова, которые из них были правильными, приносили пользу людям. Но они не представляли слов Святого Духа, и Павел не мог представлять Бога. Отношение к записям о человеческом опыте и человеческих посланиях, как к словам, сказанным Святым Духом церквям, является ужасным кощунством. Его личность была лишь личностью рабочего апостола, и он был всего лишь апостолом, который был послан Богом. Он не был ни пророком, ни предсказателем. Поэтому для него его собственные труды и жизнь братьев и сестер имели важное значение. А значит,
Он не мог говорить от имени Святого Духа. И его слова не были словами Святого Духа. И еще в меньшей степени являлись словами Господа. Ибо Павел был не более чем Божьим творением. И, конечно же, не являлся воплощением Бога. Если люди рассматривают послания, либо слова, например, Павла, как слова Святого Духа, и поклоняются им как Богу, тогда можно сказать, что они слишком неразборчивы. Говоря более резко, разве это не богохульство? Как мог человек говорить от имени Бога? И как люди могли склоняться перед записями его посланий и перед сказанными им словами, как если бы они были священной книгой, либо небесной книгой? Мог ли человек случайно изрекать слова Бога? Как мог человек говорить от имени Бога? И тогда могли ли послания, которые он написал для церквей, не быть осквернены его собственными идеями? Как они могли не быть осквернены человеческими идеями? Если ты говоришь, что его послания являются словами Святого Духа, тогда ты абсурден и совершаешь богохульство. Послания Павла и другие послания Нового Завета равнозначны воспоминаниям более поздних духовных лидеров. Они находятся на одном уровне с книгами Вочмана Ни или опытом Лаврентия Аравийского и так далее. Просто дело в том, что книги более поздних духовных лидеров не составляют Новый Завет, в то время как суть этих людей остается той же. Их в свое время использовал Святой Дух, и они не могли напрямую представлять Бога. Здесь так все ясно сказано. Оно по-настоящему открыло тайны Библии. Угу. Братья и сестры, из слова всемогущего Бога мы видим, что хотя послания апостолов в основном и соответствуют Божьей воле, все же соответствовать Божьей воле и быть Словом Бога – это не одно и то же. Послания Петра и Павла появились только после воскресения Господа Иисуса. А как их воспринимали братья и сестры, когда послания были разосланы по церквам? Они говорили: «Вот письма от брата Петра, а вот от брата Павла письмо». Вряд ли в то время они могли воспринять эти письма как Слово Божье. Известно, что сами апостолы никогда не отождествляли себя с Богом. Они считали себя учениками, следовавшими за Господом Иисусом. Следовательно, для церкви того времени эти послания и написанное в них, скорее всего, были обычными словами других братьев. Петр и Павел также никогда не утверждали, что их слова богодухновенны или слова Бога. Таков исторический контекст. Но сегодня мы воспринимаем эти послания и слова апостолов как Слово Божье и относим их к той же категории, что и Слово Божье. Но это противоречит историческому факту. Действительно. Апостолы писали свои послания, ибо были озабочены состоянием церкви. Таким образом, они пытались поддержать ее. Стало быть, их послания не могут передавать Божье слово. Как же я упустила из виду этот важный момент? Я уже много лет читаю Библию. И не сомневаюсь, послания апостолов, несомненно, богодухновенны. Это слова Божьи. Аминь. Братья и сестры, слова Бога – слова, сказанные Богом. Слова человека – сказаны человеком. Если мы не способны различить, где в Библии слова Бога, а где человека, то это серьезная проблема. В действительности, всего лишь часть Библии – слово Божье. Только сказанное лично Богом Иеговой, слова Моисея по наставлению Бога Иеговы, слова Бога Иеговы, сказанные через пророков, и слова, лично сказанные Господом Иисусом, есть истинно Божье Слово. Мы видим, что все слова пророков в Писании отмечены особым образом. Например, «так сказал сам Иегова». Это значит, что они непосредственно передают слова Бога,
они четко дают понять, что слово в слово передают слова Бога. Поэтому слова, сказанные Богом через пророков, слова, лично сказанные Богом и Иеговой и позже записанные, а также лично сказанные Господом Иисусом и записанные апостолами, и являются истинными словами Божьими. Таким образом, только эти слова в Библии и есть Слово Божье. Весь остальной текст, записанный многими авторами, изречения служителей Бога – это лишь свидетельство и слова людей. Так сказал сам Иегова. Так говорит Иегова, Бог Израилев. Так пророки отмечают слова Божьи. Как же так? Раньше я не замечала этого, когда читала Библию. Братья и сестры, неверно утверждать, что вся Библия богодухновенна, и что вся она является Словом Божьим, исходя из одной строчки послания апостола. Никто в те времена не воспринял бы послание Петра и Павла как Слово Божье, только как апостольское послание. И никому не пришло бы в голову считать их Христом. Да апостолы и не дерзнули бы называться Христом. Лишь Христос являет Бога и Святой Дух. И значит, верующие не должны воспринимать слова апостолов за истинные слова Бога. Их слова – это их слова. Они не могут представлять Святой Дух. К тому же, Бог никогда не говорил о Библии как таковой. Господь Иисус лишь сказал, что Библия свидетельствует о Боге, но Он не говорил, что Библия богодухновенна, что вся она – Слово Божье. Святой Дух также никогда никому не свидетельствовал о Библии подобным образом. Лишь Святой Дух и воплощенный Бог знают достоверную историю Библии. Никто не способен постичь ее глубину. Библия – повествование о Божьей работе, свидетельство отдельных личностей, записанные многими авторами. Человек пересказывал Божьи слова или свидетельствовал о его работе, описывая собственные переживания после просвещения Святым Духом. Но переживания эти не есть слова Господа, и это факт. Хотя свидетельства и послания апостолов появились в результате просвещения Святым Духом, они не могут представлять Бога. Утверждение «все Писание богодухновенно и является Словом Бога» – это заблуждение. И абсолютно не соответствует фактам. И правда не соответствует. Теперь все стало ясно. То, что вы сказали, в Библии нигде не найти. Вы противоречите ей. Я не могу это принять. Это заблуждение. Аминь. Брат мой, сказать по правде, когда-то я думал так же. Но мы собрались, чтобы докопаться до истины. Поэтому дадим брату Шеню и брату Го высказать свою точку зрения. Не горячитесь. Речи ваши бесполезны. Даже если воскресите мертвого, этим меня не убедите, сестра Хань. Не спеши. Прошу, успокойтесь. Давайте позволим им закончить свою мысль. Прошу вас, продолжайте. Братья и сестры, для чего мы все-таки верим в Бога? Не за тем ли, чтобы постичь истину и обрести вечную жизнь? Я верю всю свою жизнь, но никогда еще мне не была так открыта, так доступна и так понятна Библия. Слова братьев соответствуют истине. Их устами говорит Бог. Братья и сестры, давайте внимательно выслушаем их и постараемся понять их слова. Я думаю, брат Жень прав. Я стал лучше понимать, яснее мыслить. Пусть они продолжают. Да-да. Узнав об историческом аспекте возникновения Писания, я начинаю понимать, не все Писание богодухновенно и не все Слово Божье. Да. Это чрезвычайно важно для всех нас, верующих в Бога. Да. Это второе пришествие Господа Иисуса,
которого мы ждали много лет. Братья и сестры, Слово Божье – истина. Человек за всю жизнь может явить лишь малую ее часть. Как бы человек ни знал Бога, он не сможет выразить его слова. Никакие слова человека не сравнятся со словами самого Бога, потому что различия между сущностью Бога и сущностью человека такие же, как между небом и землей. Даже пророки слова Господа лишь передавали. Избранные Святым Духом тоже не могут выразить слова Бога. Они лишь говорят о своем жизненном опыте. У Христа божественная природа, и поэтому его слова – слова Бога. У людей природа человеческая, а значит, они могут передавать только свой жизненный опыт. И если в их словах истина, все равно приравнивать к словам Бога их нельзя. Сегодня верующие настаивают, что в Библии слова человека являются Божьими словами, что многих сбивает с толку, и это есть противление Богу. Это настоящее богохульство. Последнее собрание Фэн Цзяхуэй озадачило. Выходит, что не вся Библия богодухновенна, не все в ней Слово Божье. Она ведь твердо верила, что в Библии никаких ошибок быть не может. Получается, что она считала некоторые слова человека за истинные слова самого Бога. Разве это не богохульство? Ей стало страшно размышлять на эту тему. Но она взяла себя в руки. Она думала, ее знания Библии, богословия, которые она с тщанием изучала, оказались несостоятельными против слова «всемогущего Бога». И значит, получается, что все это время она отрицала Бога. Фэн Цзяхуэй никак не могла это признать. Беззаветно верить в Господа. И сейчас потерпеть такое фиаско. Она не могла примириться с этим. Я изучаю Библию более 20 лет. И знаю, что ее писали более 40 разных авторов в течение длительного времени. И все написанное ими безошибочно. Это свидетельствует о том, что Бог – истинный автор Библии, что она исходит от Святого Духа. Никто не говорит, что в Библии есть ошибки. Это подтверждает, что она исходит от Святого Духа. Веруя в Бога, надо полагаться на Библию. Мы не собьемся с пути, если не будем отступать от нее. Отступить от Библии значит отступить от Бога. Вы не заставите меня отступить. Не хочу больше слушать вас. Старейшина Мо, брат Хуань, меня куда вы останетесь? Вы отступили от Библии, мне все ясно. Старейшина Хань, брат Хуан, прошу вас. Цзяхуэй, прошу тебя. Успокойся. Пожалуйста, вернитесь на свои места. Сестра Цзяхуэй, в Писании сказано, что Божьи овцы слушаются голоса Божьего. Мы все служим Богу по многу лет. Все знают, что ты человек, ищущий истину. Я слушал эту проповедь не один раз. Это и есть истинный путь. Чем больше слушаешь, тем понятнее она становится. Давайте вместе послушаем их аргументы. Братья и сестры, давайте внимательно рассмотрим вопрос. Сестра Фэнь упомянула, что Библию писали более 40 авторов. Писание безошибочно? Так ли это на самом деле? Разумеется, это так. Нет ни единого неверного слова. Хорошо. Тогда давайте отдельно обсудим этот вопрос. Всемогущий Бог Христос последних дней уже открыл нам эти тайны. Прочтем еще один отрывок на странице
958. Всемогущий Бог говорит: в Евангелии от Матфея, в Новом Завете, задокументирована родословная Иисуса. Вначале говорится, что Иисус был потомком Авраама, сыном Давида и сыном Иосифа. Дальше написано: Иисус был зачат от Святого Духа и родился от девственницы. Это означало, что он не был сыном Иосифа, либо потомком Авраама, а также он не был и сыном Давида. Это родословное, однако, настаивает на связи Иисуса с Иосифом. Далее в родословной записан процесс, посредством которого родился Иисус. В ней говорится, что Иисус был зачат Святым Духом, что он был рожден от девственницы и не являлся сыном Иосифа. Тем не менее, в родословной ясно написано, что Иисус был сыном Иосифа. Так как родословная написана для Иисуса, в ней записаны 42 поколения, когда речь идет о поколении Иосифа. Родословная поспешно говорит, что Иосиф был мужем Марии. Слова написаны для того, чтобы доказать, что Иисус был потомком Авраама. Разве здесь нет противоречия? Родословная задокументировала происхождение Иосифа. Очевидно, что это родословная Иосифа, но Матфей утверждает, что это родословная Иисуса. И разве это не отрицает факт зачатия Иисуса Святым Духом? Таким образом, разве запись родословной в Матфее не была человеческой идеей? Это просто смешно. И значит, можно утверждать, что эта книга не пришла исключительно от Святого Духа. Действительно. Братья и сестры, из отрывка ясно, что не Бог задумал включить родословие в Евангелие от Матфея. Как у Бога может быть родословие? Матфей знал, что Иисус был зачат от Святого Духа, и все же приписал ему родословие. Иисус есть сын Давидов и сын Иосифа. А это отрицает то, что Иисус был зачат от Святого Духа. Иисус не связан с Иосифом родством. В словах Матфея есть противоречие. Понятно, что родословие не исходит от Святого Духа. Это идея человека. Братья и сестры, у меня вопрос. Как вы думаете, признавал ли Иисус себя потомком Авраама? Конечно. А в таком случае, как объяснить слова? Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Да, все верно. Да. Да. Это так, точно. Ну вот, значит, как. Да, это так. Убедительно. Да, не посмеешь. Слава Господу! Верно. Я только что понял. Господь Иисус не связан с Авраамом никаким родством. Действительно. Все эти годы я полагала, что все Писание богодухновенно, а родословие Господа Иисуса – мысль человеческая, а утверждение – что вся Библия богодухновенна, выходит неверно? Господи! Ах, какая хорошая беседа получилась! Значит, родословие Господа Иисуса – человеческая мысль. И написано около 50-го года от Рождества Христова. И не могло быть продиктовано Святым Духом. А как же свидетельство? Как? Это же свидетельство. Не может быть. По-вашему, не вся Библия от Святого Духа? Разве такое возможно? В Библии есть противоречия. Я раньше этого не замечал. Это верно. Так. У зачатого от Святого Духа не может быть родословия. Да, это так поразительно. Да. Об этом говорится еще в одном отрывке. Я вам его прочитаю. Да, да. Слушаем. Да, пожалуйста. Страница 1249. Всемогущий Бог говорит: если все четыре Евангелия пришли от Святого Духа, то почему тогда Матфей, Марк, Лука и Иоанн говорят разное о трудах и деяниях их учителя Иисуса Христа? Если вы не верите, посмотрите на библейские повествования о том, как Петр трижды отрекся от Иисуса, они все разные, со своими особенностями. Внимательно прочтите четыре Евангелия.
Прочтите места, где написано о том, что делал Иисус, и слова, которые Он говорил. Каждое из повествований отличалось от других, и каждое излагалось с иной точки зрения. Если все написанное авторами этих книг исходило от Святого Духа, то все повествования должны быть в согласии. Почему же тогда в них есть расхождение? Действительно ли человек настолько глуп, что не может этого видеть? Услышав слова Иисуса и увидев деяния и труды его, Лука и Матфей основывались на своих знаниях и писали в виде воспоминаний, подробно описывая факты касательно Иисуса. Можно ли сказать, что их знание было полностью открыто Святым Духом? Да. 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 Братья и сестры, давайте сравним описание троекратного отречения Петра от Господа в четырех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, 26 глава, стих 75. «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». А в Евангелии от Марка, глава 14, стих 72. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». Именно так и есть. Это так. Написано так. Оба описывают одно и то же событие. Но есть расхождение во времени. Если бы это было вдохновением Святого Духа, такого расхождения бы не было. Что подтверждает, записи эти – слова человека и не вдохновлены Святым Духом. Я даже не подозревал. Библия не вся полностью богодухновенна. Даже не подозревал, что некоторые записи в Библии могут быть ошибочными. Да. Невероятно. Да. Я читаю Библию не один десяток лет и не замечал этого. Господи, почти всю жизнь я изучаю Библию и не могла заметить, что в ней имеются ошибки. Господи, их аргументы невозможно опровергнуть. Господи, прошу Тебя, укрепи мой дух. Господи, прошу Тебя, укрепи мой дух. Слава Богу. Я всегда это с удовольствием слушаю. Хорошо, они знают Библию. Они разбираются в этом вопросе. Еще как. Я так много узнал. Я много. Брат Шень, возможно ли, чтобы Библия ошибалась? Братья и сестры, из слова всемогущего Бога мы видим, четверо Евангелия написано людьми. Вот почему даже в нем есть расхождение. Если бы Евангелия исходили от Бога, то слово в слово повторялись. Именно так говорил Лука. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то есть... Авторы четверо Евангелия слышали и видели эти события. Часть записей основана на учениях проповедников, их личных открытиях и опыте. Слово не пришло к ним непосредственно от Святого Духа, потому что эти четыре исторических книги основаны на воспоминаниях и людской молве. И поэтому ошибки неизбежны. Такова природа людей. Братья и сестры, мы доказали, Библия не всецело богодухновенна, и не все в ней Слово Божье. Но кто же является истинным автором Библии? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит всемогущий Бог на странице 960. Брат Го, прочитай, пожалуйста. Да. Всемогущий Бог говорит... Это
просто сделанная человеком запись. Она не была так названа лично самим Иеговой, и Иегова лично не руководил ее созданием. Другими словами, авторство этой книги принадлежит людям, а не Богу. Святая Библия – это почтительный титул, присвоенный ей человеком. Этот титул не был принят и Иеговой, и Иисусом после того, как они обсудили это друг с другом. Это человеческое представление. Ибо книга эта не была написана Иеговой, а тем более Иисусом. В действительности это хроники многих древних пророков, апостолов и провидцев, из которых последующими поколениями была составлена книга древних писаний, которая людям кажется святой. Книга, в которой, согласно их убеждениям, содержится много непостижимых и глубоких тайн, которые ожидают своего открытия будущими поколениями. Да, смотрите. Конечно, братья и сестры, слово всемогущего Бога ясно говорит. Авторы Библии – люди, но не Бог. Да. В записи человека неизбежно прокрадутся его мысли и его ошибки. Если бы всемогущий Бог не открыл нам тайны Библии сегодня, то мы бы продолжали пребывать во тьме. Да, правильно. Это правильно. Верно. Точно. Верно. Точно. Брат Шень, я уловила суть твоих слов. Спасибо большое. Но как нам сохранить веру в Бога, отступив от Библии? Да. Сестра Фэнь, ты затронула чрезвычайно важный вопрос, ответ на который стремится получить каждый верующий. Господь Иисус как-то раз сказал такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. В прошлом мы неутомимо исследовали Библию, полагая таким образом обрести жизнь вечную. На самом деле, Писание лишь свидетельствует о Боге. Братья и сестры, познавая истину с целью обрести жизнь вечную, недостаточно полагаться лишь на Библию. Да. Сестра Фэнь, читай всемогущего Бога. Благодарю. Сестра Тань, прочитаем слово всемогущего Бога. Страницу 1460. Брат Го, прочитай нам. Да. Всемогущий Бог говорит, Христос последних дней приносит нам жизнь. Приносит неприходящий и вечный путь истины. Истина – тот путь, посредством которого человек обретет жизнь. И это единственный путь познания человеком Бога и обретения одобрения от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрение Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным войти во врата Царства Небесного, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Этапы работы Бога необъятны и могущественны, как бушующие воды или раскаты грома. А ты пассивно ждешь разрушений, ничего не делая. Если так, то как можно считать тебя тем, кто следует по стопам Агнца? Как ты можешь подтвердить, что Господь, которого ты держишься, всегда новый и ничуть не ветхий? Как же слова во многих твоих древних пожелтевших книгах могут привести тебя в новую эпоху? Как они направят тебя на поиски этапов Божьей работы? И как они тебя приведут на небеса? То, что ты держишь в руках – это всего лишь литература, дающая временное утешение, но не истины, способные подарить жизнь. Писания, что ты читаешь, могут обогатить твой личный словарный запас, но не смогут дать слов мудрости,
которые помогли бы тебе познать человеческую жизнь. Неужели это противоречие не дает тебе пищу для размышления? Разве оно не позволяет тебе понять таинство, что находится внутри? Способен ли ты сам попасть на небеса, чтобы самостоятельно встретиться с Богом? Без пришествия Его сможешь ли ты попасть на небеса, дабы насладиться семейным счастьем с Ним? Ты еще продолжаешь грезить? Я предлагаю, чтобы ты перестал впустую мечтать и посмотрел на того, кто сейчас трудится. Тот, кто вершит труд по спасению человека в последние дни. Если ты этого не сделаешь, то не обретешь истины и уж точно не обретешь жизни. Братья и сестры, из слова всемогущего Бога становится понятным. Только Христос может изрекать истины, которые искупят и спасут человека. Но человек должен прийти ко Христу, дабы обрести истину и жизнь вечную. Библия не может притязать на авторитет и силу Бога и выступать вместо Него, когда Он дарит жизнь. Она не заменит труды Святого Духа. Только признав Христа последних дней и служа Ему, можно постичь труды Святого Духа, обрести истину и вечную жизнь. Нельзя обрести жизнь вечную, не уверовавши в слова, которые возвестил Христос последних дней. Потому что Библия не Бог, она лишь свидетельствует о Его трудах. Из этого следует, что жизнь происходит не от Библии, а от Христа. Христос, господствующий над Библией, источник жизни. Аминь. 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 Ваша проповедь была весьма полезной для нас. Да. Благодарение Богу. Так. Только да. Теперь я понял. Вечную жизнь не обрести, слепо следуя Библии. Да, жизнь только Бог может даровать. Я тоже чувствую огромную пользу от нашего общения. Угу. Да. Согласна. Да, это так. Братья и сестры, в прошлом наша вера основывалась на Библии. В нашем понимании она представляла и Бога, и Господа. И постепенно в нашей душе место Бога заняла Библия. Эта трансформация привела к тому, что вместо Бога мы на самом деле верим в Библию. Это так. А когда всемогущий Бог, Христос последних дней, совершал свою работу, мы отрицали ее, считая, что слова и деяния его не согласуются и противоречат Библии. И даже более того, их осуждали. Братья и сестры, мы знаем, что характер Божий праведный и не терпит поругания. Иудеи из поколения в поколение, их книжники, фарисеи, веровали в Бога, соблюдая законы Ветхого Завета. По этим законам они осудили Господа Иисуса и распяли Его. Всемогущий Бог пришел к нам. Но мы вновь обратились к Библии, дабы отвергнуть работу всемогущего Бога. И чем же мы отличаемся от фарисеев, отвергших Господа Иисуса в период благодати? Думаю, из ошибок фарисеев следует извлечь урок. Братья и сестры, Господь Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Раньше я не понимал смысл этого стиха, пока не уверовал в Божью работу последних дней. Зато сейчас я понимаю, что к Царствию Небесному Христос последних дней и есть врата. Только приняв Христа последних дней, мы сможем спастись и войти в Царствие Небесное. Прочтем слова всемогущего Бога. Давайте. Страница 1461. Всемогущий Бог говорит: «Желающий обрести жизнь, не полагаясь на истину, изрекаемую Христом, самые глупые люди на земле. Не принимающие истину, которую принес Христос, заблудились в иллюзиях. И поэтому я говорю, что люди, которые не примут Христа последних дней, будут навечно презираемы Богом».
Христос – это вход человека в Царство в последние дни, который никто не может обойти. Никто не может быть усовершенствован Богом, кроме как через Христа. Ты веришь в Бога, поэтому ты должен принять Его слова и подчиниться Его пути. Ты должен думать не только о том, как получить благословение, не заботясь о том, как познать истину. Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, могли получить вечную жизнь. Его труды вершатся ради завершения прежнего периода и начала нового. Его труды – путь, по которому должны пройти все желающие войти в новый период. Если не признаешь Его, вместо этого проклинаешь, хулишь, подвергаешь Его гонениям, вот тогда тебе суждено вечно гореть и мучиться в аду. Ты уже никогда не войдешь в Божье Царство. Божье Слово – только то, что в Библии. Отклонение от Библии – это ересь. Им не обмануть нас никогда, если следовать во всем Библии. Аминь. Ибо этот Христос, сам воплощение Духа Святого, воплощение Бога, есть тот, кому Бог доверил совершить Его работу на земле. И поэтому я говорю, если ты не принимаешь все, что сделал Христос в последние дни, тогда ты хулишь Духа Святого. Всем очевидно, что те, кто хулит Духа Святого, должны получить возмездие. Я также говорю, если ты противишься Христу последних дней и отвергаешь Его, никто вместо тебя не сможет взять ответственность за последствия. С этого дня и впредь у тебя больше не будет возможности получить одобрение Бога. Даже если ты попытаешься спасти себя, ты больше никогда не узришь лицо Бога. Поскольку ты противишься не человеку, ты отвергаешь не какое-либо ничтожное существо, но Христа. Ты осознаешь последствия этого? Ты не просто допустил маленькую ошибку, ты совершил чудовищное преступление. Поэтому я всем советую не скалиться на истину и не подвергать ее легкомысленной критике, потому что истина может принести тебе жизнь. И ничто, кроме истины, не позволит тебе возродиться и узреть лицо Бога. Слава Богу! Братья и сестры, Слово Божье нам показывает, в Царство Небесное невозможно войти, не приняв Христа последних дней. В свете новой Божьей работы судьба наша зависит от того, примем мы ее или же отвергнем. Потому как мы относимся к Христу последних дней, можно судить об отношении нашему к Богу, продолжая противиться, продолжая отрицать Его. Мы можем навсегда утратить вечное спасение. И в этом праведный характер Бога. Братья и сестры, с 1991 года всемогущий Бог Христос последних дней возвестил на многие миллионы слов. В этой книге слово является воплоти. Бог открыл величайшую тайну своего 6000-летнего плана управления. Аминь. Аминь. И указал всем верующим в Бога единственный путь к спасению. Рассмотрим еще отрывок из Божьего Слова. Да. Откройте страницу 17. Последний абзац. Сестра Фэнь, прочитай, пожалуйста. Слава Господу. Работа Бога, как стремительно нарастающие волны. Никто не может задержать Его.
Никто не может остановить его шаги. Те, кто внимательно прислушивается к его словам, кто ищет и жаждет его, смогут идти по его следам и получат его обетование. Те, кто этого не делает, постигнет сокрушительное бедствие и заслуженное наказание. Аминь. Аминь. Это голос Иисуса, Господа нашего и Спасителя. Именно. Он возвратился. Братья и сестры, помолимся Богу нашему все вместе. Да, помолимся. Господи, Ты пришел. Ты вновь пришел к нам. Аминь. Как же я не видела! Господи! Мы поделились с вами своим жизненным опытом. Кто-то хочет что сказать? Слава Богу, братья и сестры, хочу сказать несколько слов. Читая слово всемогущего Бога, я словно проснулась. Я верила раньше в слово Библии и принимала его за слово Божье. Но ведь это богохульство. Не знаю, я всячески противилась Господу нашему Богу. Я была такой же преисполненной гордыни, как фарисеи. И все же наш Бог вывел с вашей помощью меня на истинный путь. Думая о своем отношении к Богу, я чувствую себя грешницей. Гореть мне в аду. Братья и сестры, давайте возблагодарим Бога. О, Боже, всемогущий Бог! Только сейчас я понимаю, что все эти годы я верила лишь в Библию, а не в Тебя, Боже. Я была рабом и послушным орудием Аминь. Библии. Аминь. 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 Всемогущий Боже, по незнанию я только и делала, что превозносила Библию, выступала ее свидетелем и защищала ее. Используя ее, я противилась Тебе и осуждала Тебя. Это так. Стала пособником сатаны. Даже в самых жутких снах мне не приснилось бы вместо служения Тебе, противление Тебе. Это дурные последствия
обожествления и слепого почитания Библии. Аминь. Аминь. Всемогущий Бог, Христос последних дней, снял покров тайны со Святой Библии, показав ее в истинном виде всем верующим, всем тем, кто хотел узреть сердцем и душой. Раскрыл главную тайну Божьего плана управления, цель которого — спасти человечество. Фэн Цзяхуэй в конце концов поняла: Библия свидетельствует о первых двух этапах Божьей работы, но она не дарует вечную жизнь. Человечество не сможет ее обрести, как бы рьяно не следовала Библия. А значит, только Бог есть источник жизни. И только приняв всемогущего Бога Христа последних дней и поспевая за Божьей работой, человечество обретет вечную жизнь. С тех пор Фэн Цзяхуэй стала разъезжать по трем провинциям – Хэнань, Хэбэй и Шанси, свидетельствуя о Божьей работе в последние дни местным верующим и помощникам. Под их водительством многие постепенно обратились ко всемогущему Богу. Спасибо за внимание. Следите за программой «Неоспоримые доказательства». Следите за судьбой человечества. До свидания, до новых встреч.